Правлинский отдел милиции, по вашей жене Бузиным. Ебать, я хочу милицию. Ебать. Ну приходи, выебешь, что-то. Дура, а блядь. Так говоришь, сломаешь язык-то. Правлинский отдел милиции, Зайка. Да! Что да? Ты что названиваешь, а? Да запалила ты старая уже названивать, дура тупая. Я тебе звоню, щенок! 39-й, как я слушаю вас. Чего, блядь? Ну, блядь, ты тварь, ты достала меня уже! Блядь! 39-й оделся, ты чё? Слышь, ты придурок! Ты придурок, а? Говорите что-нибудь. У меня отец бандит. Да мне похуй, кто тебя бандит, блядь. Да, чё, тебя ещё-то отмёрзло, иди а? Ты нахуй, тварь ебаная, блядь. Где проблема? Деску взумаем, коп, булят самым. О, еще одна очередная больная появилась. Тут, ты же сегодня уже третья будешь. Равнинский отдел милиции, зайти. Алло! Иди ты нахуй, блядь, старая, блядь. Дежурный Грищенко. Алло. Давай сейчас ментам позвоню, у меня номер определитель есть. Давай номер позвоню. Звони гондон, кому хочешь, урод ебаный, блядь. Милиция, тебе начать, булавка. Моя фамилия Вальнов. Так, слушаю вас. Да, мне 58 лет. Сколько? Мне 58 лет, козел ебаный. Так вы уже старый. Да я подполковник милиции в отставке, во-первых. Фамилия моя Вальнов, не Борис Павлович. Небось, уже не стареет, все уже, да? Правильно, идем. Через неделю я буду ебать в жопу, понял? Молодец. Через неделю я тебя раком поставлю. Молодец. Через неделю. Молодец. А что ты боишься, прийти сюда-то? Что ты еще хочешь сказать? Ну, гной, слушаю тебя. Что еще хочешь сказать? В общем, козел, ладно, завтра тебе вычитаю, но ебальники тебе все зубы повыбывают. Слушай, пидорас, ты где живешь-то, ебаный ты, хуй? А тебе это ебет? Ебет, я сейчас приду к тебе нахуй, хуй тебе, блядь, батарейку напихаю, понял, блядь? Жопу, а куда ты звонишь-то? Сука запихнул, блядь. Чмо ебаный. Ну куда ты звонишь-то, козел? Это ты мне, сука, звонишь. А хуй ты звонишь-то постоянно, козел? Это ты мне, сука, звонишь. Я отличник МВД России. Запомни это, сука. А вот ты мусор. Чё там пиздишь, Грандон? Слушай, здесь в ментовке вообще мужиков нет. Это ты про МВД России мусора, говно. Ты про себя, что ли? Мусора! Мы ментами были. А сейчас мусора... И всякое говно. Вот и все. Слушай, Юр, Юра ж тебя зовут, да? Сейчас менты, ментов нет, одни не мусора. Тебя Юра зовут, слышишь, ты пидорас? Да и хуй на тебе, поздравляю хоть кого. Ну и все, давай хуй сосим. Ты козел, блядь, горбатый. Ваша ты, блядь, опарафинин. У тебя что, проблемы? Жопа. Слушай. Да ебись на колу, блядь, понял? Ну, правда, ось ты мой сладкий-то, господи, давно твоего голоса не слышал. Пизда. Да, конечно, а ты знаешь, от кого это я слово слышу? От такого хмуя маленького. Да ты нахуй, блядь, шкура старая. Ты мой сладкий-то, да чего же ты так нервничаешь-то, а? Слушай, ну, кому ты звонишь, ты хоть знаешь? Я, во-первых, никому не звоню, это ты мне не звонишь. Звонишь от слова «вонь». Вот от тебя одна вонь. Девушка, что вы хотели? Я ничего не хочу, чего ты мне-то звонишь? Быдло ты, блядь, старая, блядь, глушёная лошадь. Ты что? Да ты что? Ну, что еще? Давай. Я майор милиции. Ну и что? Куда ты звонишь? Да я никуда не звоню, твой телефон мне звонит. Ты кто тебе звонит, хуево? Я даже твоего телефона, блядь, не знаю. А ты мне кто тебе звонит, хуево? Ты мне звонишь, майор милиции. Проблема-то у тебя, а не у меня. Что ты мне звонишь ночью? Ты дурачок, что ли? Это хуем помахаю. Иди сюда, блядь, я тебя жопу зарублю, чтоб говно у тебя потекло, блядь. Кто тебе звонит, хуево? Правдинский отдел милиции. Я тебе сказала, я до конца дела доведу. Я тебе скажу, доведу. Еще позвонишь? До конца. По жопе дам. Это что? Дежурный Чазинолов. Ну, скотина, больше не звони сюда, хватит же, вы мне уже надоели.
Скот-то, блин, хватит! Извините. Вам делать нечего, что ли? Мразь! Милиция 44-го места. Меня зовут Ира. Замечательно, я рад. У меня отец бандит. Ну, и что? Чего, блядь? Чего? Ты шёпта, ты, блядь, чмо! Да? Так приходи сюда, я мой... Моё чмо тебе в рот не влезет, блядь. Твоя мама шлюха последняя. Это чё, кто? Ты долбоёб, что ли, блядь? Это кто? Ты, блядь, мусор, блядь, ты гандон... Ты гандон, блядь, понимаешь? Так иди, иди, приди, скажи это, ёпта. Что ты по телефону-то бахвачишь, ёпта, и шаг дешёвый, блядь. Ебалый тебя... Ты приди сюда и скажи, ёпта. Мама, блядь, все кони, я тебе, блядь, пистон такой в сраку засуну, ёпта, что у тебя глаза на лоб вылезут, блядь. Ты знаешь, говно подрезу, ёпта. Ну ты, блядь, давай, приди сюда, ёпта. Давай, давай, приди сюда. По понятию, блядь, гандон, блядь. Ну иди сюда, ёлки. Я тебе покажу, кто я такой есть, блядь. Ну так давай, приди и покажи. Я вас там всех взорву, гандоны, блядь, ясно или нет? Так давай, иди сюда, чё ты там-то, блядь? Пиздишь-то на другой стороне, пиздеть не камушка ворочить, блядь. Ты откуда звонишь-то? А ты откуда звонишь? Нет, сейчас можем встречаться, вот сейчас прямо. Давай, приходи сюда. Принеси сестру маму, я буду ебать, гандон ебучий, блядь. Ну так давай, приди сюда, гандон ебучий, блядь. Полосатый, блядь. Шалава подзаборная, блядь. Ой-ой-ой, молодец, блядь, это. Я приеду куда хочешь. Чё ещё хорошего скажешь? Ты мусор, пидор, блядь. Не это, не мед, а ты просто хуесос, пидор, блядь. Так приди, скажи это в глаза мне, ёлки. Твой рот ебать, блядь, а. Ну, приди в глаза, скажи. Тебе должен быть стыдно, нахуй, я так и слава тебе говорю. Ты пидорас и хуесос, блядь. Алло. Твою маму ебать, твой рот ебать, сучара, гандон. Слышь, блядь, еблан баклистый, ёпта. Ты сюда приди, хули ты там пиздишь, ёпта, как щенок подритузный, блядь, боишься нахуй. Ты что там, блядь, грузчик, что ли, работаешь, твой рот ебан, а? Ты говно, понимаешь, ты говно, блядь. Просто тупое говно, блядь, потому что ты сыкло вонючее, блядь. Ты пиздеть только можешь по телефону, блядь. Ты сыкунарий, ёпта. Понимаешь, жена, блядь, ты не мужик, есть, ты овца голимая.